ты что наделал? У меня была хорошая карта. Откуда мне было знать, что они шулеры? Давно у людей были только луки, стрелы и копья. И они смогли. Нам воду не давал. Чужак дал нам то, в чем мы нуждались, а ты снова недовольна? Я этот пилигрим. Чё шумишь? Так это ты? Здорово. Мы получили свою норму, но Мария хочет истратить воду на мытье головы. Потому что я, блядь, уже не выдерживаю. Если ты довольна, что у тебя волосы как солома, это не значит, что я... Я просто хочу полить растения, Мария. Какой прок от чистых волос, если ты с голоду сдохнешь? Сегодня дождь пойдет. Точно? Вот переведешь на них воду, а потом пойдет дождь. Растениям много не нужно. Вот насколько тебе насрать на мои нужды. Решение есть. Что если сперва помыть волосы, а потом полить этой водой растения? Ни за что, мыльная вода им повредит. А микробы повредят мне. Да, мыться каждую неделю роскошь, но личную гигиену надо поддерживать. А если использовать растительное мыло? И где его брать? Точно не знаю, но у вас есть сад. А я слышал, что из некоторых растений можно сделать мыло. Имеет смысл. Если будешь мыться мылом на растительной основе, сможем использовать эту воду для полива растений. Надо полистать наш старый справочник растений. Можно. Спасибо за помощь, пилигрим. Снова. Пожалуйста. Знавал одну пожилую пару, Карл и Элли. Они раньше жили над антикварным магазином.
что есть. Это ведь не всерьез. Thank you.
ингибиторами. Я могу улыбаться, а потом вижу чертовы ультрафиолетовые лампы. Не оставляйте меня здесь умирать!
отсюда! Помоги! Ты моя последняя! Да, не знаю, как тебя отблагодарить. Возьми хотя бы это. Лавочники ждут поставку от людей Рейнера. Товар у них всегда отличный. Лучшее качество. Это биомаркер из больницы Иосифа. Пришел за покупками? Дай-ка мне. Неплохой выбор. Однозначно? Навести меня как-нибудь. Это моя разработка. Где ты ее взял? Рядом контейнер с ингибиторами.
У меня засыпают посевы, и я не знаю, что делать. Меня тоже весь год преследуют неудачи. Рада тебя видеть. Громко стучит лопата.
Thank you.
Спасибо. Дай-ка мне. Это моя. Огромное спасибо за просмотр. Подписываемся, ставим лайки, обсуждаем. До новых встреч.